Я все удивлялась, что живот не растет, вроде как худышка тут вчера открыли. Видео я когда только узнала, что беременна, записывала видео в профиль, там в белье, какой у меня животик, как, ну в смысле какая я худенькая, как что для сравнения. А, сегодня уже 11 ноября. Хоть ноябрь, декабрь. А, декабря. 11 декабря, это получается уже 3 месяца прошло, сейчас идет 4-й. 4-й месяц беременности. Да. Вот, и сейчас 14-я неделя, и сколько-то там дней. Ну, мы пол не знаем ребенка еще. И получается вот профиль. А я все думала, что живот не растет. Вот с утра его как будто нету. Ну, вот слегка вот здесь чуть-чуть с утра выпирает, а к вечеру вот он весь вот такой вот появляется. Можно подумать, что вроде как просто... объелась, поправилась там, но у меня вот, так, вот такого размера живот был только когда я весила 65 килограмм, но при этом у меня и бочка жирные такие сосали. Да не было такого живота, что прикалываешь, что ли? У меня был такой в 65 килограмм, у меня максимальный вес был 67,5, но у меня вот здесь вот эти вот места, они прям более жирненькие такие были, а сейчас у меня вес 59,6, вот. И то врач на последнем приеме мне моя сказала, что маленький вес, как-то она выразилась. Я говорю, как маленький, я уже килограмма на 3 точно поправилась. Вот, а она говорит, ну правильно, первый триместр прошел, и там, по идее, там 2-3 килограмма набирают, и уже вот идет 4-й месяц, по идее, уже должен быть больше прирост. Но с моими аппетитами я не сомневаюсь, что прирост будет. Вот. А то все переживали, думали, что живот не растет. Растет потихонечку. Хотим завтра поехать сдать анализ крови, чтобы до Нового года узнать пол малыша. Мы почему-то оба уверены, что это мальчик. Вот, а пол он. Вот, а чтобы на Новый год с родителями узнать, собственно, сюрпризом в новогоднюю ночь пол малыша. Это специально, да? Зашли покушать. Андрей будет сваливать на меня, что это я захотела. Ну да, я хотела. Я хотела острый крылышек. Откроешь, покажешь людям, что мы едим. Это твои ножки. Это тоже твои ножки. А это мои острые крылышки. Кофе и, кстати, у тебя милкшейк попкорн, да? Я понюхаю. Да, да, да. Он реально как попкорн пахнет. Попкорн? Как попкорн с мороженым прям. Прикольно. Я на вкус не хочу пробовать. Вообще не хочу. Да. Мы приехали в торговый центр «Коламбус». Его украсили в новогодние инсталляции. Здесь очень много хороших недорогих магазинов и в целом отличный торговый центр. Но мы сюда приехали за одной очень дорогой покупкой. А какой, досмотрите видео до конца, чтобы увидеть это. Close.
куда мы идем? Андрей заставляет меня покупать зимнюю обувь. Говорит, иначе буду высоко уходить. Да? Верно? Ну все, мы его будем покупать. Может, конкретно вот этот? Да, покажи его характеристики чипом 1. Вот его ценничек. 209 тысяч. Ты покажешь, который как я себе купил в марте поставить? На 512 гигабайт берем, и потом просто жесткий докупим. Он из всех ноутбуков пока что по размеру самый большой, тот, который одобрил Андрей. А вообще зашли просто посмотреть. У нас часто такое бывает. Зашли посмотреть и купили. И вот такие рассматривали. Ну, выбор полно тот. Этот бы, в принципе, за сотку можно было взять. Еще уточнили вот такой, как у Андрея дома стоит, работает. Один из таких самых мощных, но его с января нет в наличии. Последняя стоимость того компьютера на 512 гигабайт – это 369 тысяч. Андрей покупал еще, когда он 160 стоил. И здесь на 512 гигабайт. У нас он две. А продается только на 512. То есть, да, продается на 512, а у нас дома на терабайт. На терабайт, в принципе, сейчас нет компьютеров. Только если под заказ. И то не факт. Сейчас оформим и по расчетному счету оплатим. Сразу сейчас посмотрим сумку, в которой носить. В принципе, она тоже лаконична, по сути, как и конверт, и сумка. То есть что-то дополнительное, там будут документы периферии положить, кармашки отдельные, там для ручек отделения. Что лучше взять, тканевую или кожаную? Кожаную на дольше, скажем, вам так хватит. Ну, та тканевая, она промокает, да? Тканевая, да, есть у нее такая. Кожаная, они более надовичные. Как, к примеру, такая вот. Ну, тут самое это. Вполне не самое тяжелое. Если что, если он упадет, это спокойно, не спасибо. Ну, от падения там никакая сумка точно не защитит. А тканевая, она тоже ловкая? Тканевая тоже. То же самое. Плотную будет. Так что она как не ронять? Если самолет просто будем ложить, но главное, что его нет. Ну, в принципе, особо-то не роняем. Так это выберем зеленый? Да. Мышку я тогда не беру. Я твою заберу? Белую, да. А ты же ей не пользуешься. Ну и все. Клавиатура. Вот получается на 512, 362, но говорят, не обновленная цена, они когда будут поступать, цена будет меньше, чем это. Но они на 512, а мы брали такой на терабайт. Если будут на терабайт, надо заходить спрашивать, было бы круто.
закрыть или прислать ее? Если он просто, например, не работает, приносите к нам, там, насколько я знаю, проверяем вместе, если ничего не поменялось. Если там реально не работает, не подключается, либо возврат, либо замена на другой. Ну, то есть он небольшой, прям совсем легкий. Ну да. Если сюда в кармашке. Но по цене это дешевле выходит, чем на терабайт покупать. Да, ВД просто он за счет того, что это фирма берет, грубо говоря. Тайвань нормально. Можно вот сюда его засунуть. Ну, кстати, отличный вариант. Да, давайте это тоже возьмем. Плюс 10 идет. Он уже отформатированный, то есть его вставлять не нужно под Mac, его форматировать под это. Под нет, это. Он сразу, конечно. Просто я брал, там оставляю, он его не видит, я вставляю в Windows, там делаю форматирование под Mac, потом начинаю его видеть. Ну, на крайний случай можно так, но вот я, например, брал, у меня там прошка 13-дюймовая, хотя роли не играет, он сразу его взял. Ну, опять же, на крайний случай, да, так просто формат будет. Так, и куда нужно высылать реквизиты? Сейчас я вам сделаю счет тогда. Да, вы его оплатите. А. И обычно у вас через какой банк оплатится? Через Сбербанк. Через Сбер. У нас Альфа. Если сейчас домой приедем, Андрей оплатит. Впечатление? Вот еще один маг. Пополнение в нашем семействе. Всем привет! Мы сегодня едем сдавать кровь, чтобы узнать пол ребенка на Новый год и забирать компьютер, ноутбук маковский в магазине App Store. В общем, мы его оплатили. Это все в предыдущих видеороликах было. Сейчас едем забирать. Хотел вам показать свой жирный живот. Хорошая подводочка такая. Да, я, короче, майку одел такую, ну вот квадратик. Это живот просто, я не знаю, как у беременной женщины. Не хуже, чем как у Кати. Я могу даже посравняться, да. Как это? Не по... Как это слово пишет? Соревноваться? Посоревноваться, да, с Катей. В общем, после Нового года приеду, буду худеть. Ну, просто пипец. Да? Разожрался. Но это все на нервной почве. Работы много. Еды много. Еды много, Катя, да. Ест много. Приходится, да, с ней соревноваться. Еще, да? Вкусная еда в ресторанах. Такая же мамон себе разъел. Ну, в общем, в январе пойду сдал. Опять поры мои снимаешь? Нет. Я все нормально снимаю. Погнали? Да, поехали. Животика пока не видно у Кати. Ну, он тут скромненький. Маленький еще. Сегодня 15 недель. Размер от макушки до хлопчика 11 сантиметров и 6 миллиметров. И размером как авокадо. Да. Так что вот так вот. Сейчас поедем, покажем вам нашу мини-наш день. Как он проходит. Вот мы идем на нашу стоянку. Покажем вам, где машина стоит. Ну, где, в принципе, в Москве стоят машины. Вот. Получается, в каждом доме есть подземный паркинг. Ну, почти. В новых домах на новостройках точно есть. Да. Ну, вот тут вот так вот стоят машины. Что мне нравится, здесь везде стоят такие, как отбойники, и машины стоят возле этих, между двух столбов. Вот, например, парковочное место пустое. И вот такие вот машины стоят. То есть вы приходите, тут одно отапливаемое, плюс 7. Плюс 15. Даже, да, плюс 15. Ну, отличное место. Thank you.
I spill it, cause I need it now. Money is a bitch in it, I don't wanna think about it. So if you know the song, sing it, cause I need it now. Можете писать пока.
Как будет закончено, я вам сообщу. А для экрана у вас есть или пшикалки? Кончится, к сожалению. Очень много, но все закончится. Все. Поздравляю. Спасибо большое. Приятно. До свидания. Вот эту штуку потом приду весной куплю для рыбалки. GoPro называется? Да, GoPro для рыбалки. Вот эту штуку куплю. Ну, прикольно вообще. Вот это у нас есть. Надо вот продать, мы мало пользуемся. Стабилизатор вот этот? Угу. 10590 новенький. Ну, и сейчас подорожали. Ну что, погнали? Ну что, можно показывать наши обновочки? Угу. Это кожаная, классная сумочка из темно-зеленой кожи. С вот таким вот, не знаю, там видно, нет? Шерди круто переливается. Не знаю, как на видео, но вживую он смотрится просто шикардос. И крутой сумочки у них даже, чтобы здесь хлястик не болтался, защелкивается на этот. Господи, что за прелесть, а? Специально для ноутбука. Розетку, так как там в комплекте идет, которая американская вилка, нам дали такую на российскую вилочку. Типа да, в подарок. Ну, конечно, на 200 с лишним тысяч заказали, что в подарок не дать. Ну, главное, если будете покупать, не забудьте эту вилку у нее забрать. Да, потому что иначе вы даже дома на подзарядку не воткнетесь. Так, дальше рассказываю, не знаю, что это такое. Это жесткий диск. Внешний жесткий диск на 2 терабайта. Да, вот таски покажем. Он маленький, такой прикольный. Он компактный, все миниатюрный. Потому что которые у меня жесткие диски, они все в 3 раза больше. Ну да, и весят. Вот тут мало прям. Угу. У тебя они точно больше весят. Фирма какая-то новая, я не видел на рынке ее, что она продавалась, СП какая-то. Но вот у них продается, они с ними сотрудничают. Сказали, даже не придется ни форматировать ничего, там типа идеально подойдет сразу для Мака. Угу. Что ты до этого какие-то форматировал, что-то с ними делал, да? Угу. А это адаптер. А, чтобы втыкать микрофон там и прочее, USB там что-то? Да, чтобы USB втыкать микрофон, и сам жесткий втыкать. Потому что сам Mac, но это не предусмотрено. Вот. Металл. Металл? Да, это не пластик. Не похож на пластик, во всяком случае. Ну да, алюминий прям такой. Круто. Даже здесь какая-то пластиковая заглушечка. Ну не зря, он сколько стоит? 6000 стоит. Ну, специально под него разработан. Можно, конечно, купить дешевле, но какая-то сомнительная экономия денег. Ну что? Вишенка. Или сам тортик, я не знаю, как это назвать. Не трогайте. Ну что за зайчка? Что, прям вскрывать? Да не, можно не скрывать, там тому показали, он как упакован. Да, в магазине. Можно вот эти посмотреть штучки, которые здесь остальные. Ну, это провод, я так понимаю, для зарядки, наверное, да? Или что это? Ну, скорее всего, да. Только Type-C, куда он втыкается-то? Здесь какой у него разъем? Я даже не знаю, это чего это. Ой, что это такое? Наушники, что ли? Да, навряд ли. А, нифига себе, тут розетка. Это розетка такая, что ли? Ну да, вот это же американская, это точно. Это 100 пудов. Нифига себе. Ну, она здесь тоже в бумажке. Угу, ну, потом отлепим ее, подсоединим. Угу. Скорее всего, этот провод в нее втыкается. Ну, да.
Да, провод в нее втыкается, а уже потом. А это, собственно, переходник. Не понимаю, в эту хрень как она. Ну ладно, разберемся. В конце концов, если у нас черная есть. Телефоны с такими зарядками. Да, да, сейчас телефон ставим. Это не проблема. Кстати, вот эта продукция. Вот спрашивают, какая она китайская. Какая она китайская? Вот, видите, написано. Калифорния. Это прям там делают в Калифорнии. На заводе в Штатах. А потом привозят сюда. Так что вот так вот. Очень классная вещь. Даже классный упакованно компьютер. Супер круто. Да. И он отличается от Windows просто колоссально. То есть, как совсем. Это... Просто как будто что-то другое. Да, это как космический корабль. Как мы сегодня смотрели в Инстаграме, чувак в стендапе рассказывал, говорит, взял как-то кредит на Mac. Вот. И говорит, я включил компьютер и просто почувствовал себя дедом, где пуск, где там Chrome, вообще как войти в интернет. Ну, потому что здесь нет Chrome, здесь Safari, здесь нет пуска, здесь все по-другому. Закрыть окошко не как у нас обычно, там с правой стороны крестик красненький, а совсем с другой стороны находится. Ну, короче... Я не знаю, Андрей-то на своем маке работает, как мне привыкать к ноутбуку, к этому пока не представляю. Ты рада? Я пока не готова прощаться со своим компьютером, оставь мне его хотя бы до конца недели. Ну ты рада? Ну конечно рада, а как не рада? Очень рада. Не, ну классный комп на самом деле, он нам отобьет нам деньги там уже через 2-3 месяца, когда можно начнем делать сайт по готовым шторам. А сайтов делать много. Нужен мощный компьютер, потому что тот будет однозначно тормозить, на котором я работаю. Да, плюс тут правильная цветопередача. Очень много работы будет с фотографиями, с видео. То есть это именно для работы компьютер. Не для баловства, не для игр, а именно для работы. Нам очень, очень поможет в работе.